5 неудачно подобранных актеров «Игры престолов». В сериале «Игра престолов» прекрасный подбор актеров. Однако порой мы видим очевидное несоответствие сериальных героев их книжным аналогам. И пусть в большинстве случаев это не мешает, все же иногда персонаж начинает восприниматься несколько иначе. Представим вам 5 неудачно подобранных актеров сериала «Игра престолов». Дарион Ахаарис. Классический пример. Первоначально в роли тирашийского наемника мы увидели Эда Скрейна. Позже его заменил Михил Хаушман, и создатели стали уверять зрителей в переосмыслении персонажа. Что HBO переосмыслили, непонятно. Но мы все еще и близко не увидели синеволосого щеголя с золотым зубом, коварной улыбкой и шикарной бородой в форме трезубца. А жаль, посмотреть бы на такого. Роб Старк. Ричард Мэйден. Британец отлично примерил на себя угрюмый вид настоящего северянина. Кажется, его первыми словами действительно было не «мама», а «зима близко». Однако на этом все сходства и кончаются. Да кудрявые волосы Тали, да и лицо он похож на мать. Однако есть одна маленькая загвоздка. Ричарду на момент съемок почти исполнилось 30 лет, в то время как книжный Роб взвалил на себя бремя правления Севером всего в 15, на чем завязана немалая часть сюжета. Но вот никак это не лицо 15-летнего юнца, только-только вышедшего из-под опеки матери. Совсем не оно. Арья Старк. Но тут прямо букет. Не тебе лица настоящего Старка, вытянутого, кажущегося скорбным. Не тебе сходство с мальчиком из-за угловатых форм тела. Однако в ходе съемок нарисовалась проблема покрупнее. Мэйси Уильямс начала расти преступно высокими темпами. И от малютки Ари, и от Ари лошадки не осталось и следа. Перед нами в мгновение ока предстала совсем другая Арья, выше и крупнее, чем все могли предположить. Даже таким хорошим бойцом книжная Арья стала именно из-за своих скромных габаритов. А в случае с Мэйси все разговоры о ее изворотливости выглядят просто смешными. Давос Сивард. Бывший контрабандист, а ныне ценный советник и искусный мореход, Давос Сивард, которого в сериале сыграл обаятельный Лиэм Каннингем. В случае с ним глаз цепляется только за очевидные внешние несоответствия. Возраст книжного и сериального Давосов отличается на 20 лет, и это не та разница, которую можно не заметить. В остальном, герой получился прекрасным, и радует, что Лиэм подтвердил свое участие в съемках нового сезона. Сирия Форель. В отличие от предыдущих четырех, этот персонаж не является основным, однако он остался в сердцах многих фанатов и до сегодняшнего дня. Моменты с ним пересматривают, с ним связано несколько популярных теорий. Однако и на солнце бывают пятна. Предлагаем вам просто взглянуть на внешность Милтоса Иеролиму, сыгравшего в сериале, а потом на книжное описание Сирия. Сирия не молод и лыс, но при этом худощав и гибок, у него огромный крючковатый нос, похожий на клюв. Спасибо за просмотр. Нам будет приятно, если вы поставите нам лайк и подпишитесь на нас. Вам не сложно, а для нас это важно. Скоро новые выпуски. Пока.